Всех приветствую на прохождении второй части нашей прекрасной игрушки Индика. Не знаю, меня вызвала спорные эмоции эта игрушка, так что давайте еще, наверное, одну серию запишем, а там посмотрим. Зачем ж так гнать-то? Прошу прощения, хотя мы верст 5 в час катимся, не больше. Тише. Откуда ты все это понимаешь, а? Это он про слово «верста» или про то, что ты знаешь, как мотор завести? Я росла в велосипедной лавке. Батюшка ими торговал. В Спасове? Почему в Спасове? В городищах. Я в Спасове не бывала. А я там вырос. Логика железная у парня. Не смущает? Мужчина так близко. Да, она только этого и ждала. А он ничего, плотненький. Пахнет, наверное, от меня. Нас 3 дня из вагона не выпускали. О, не переживай, ей нравится. Пардон? Давай, давай, за сиськи ее хватай. Да ладно, спокойно. Хватай. Чего давай. Ты придуриваешься? Не, все. Ты же вот таких себе вечерами в келье и представляешь. Ну, давай. Когда... Хватит! Да ладно, я давай, не, хватай. Ничего. Господи, это бандит или баба? Держитесь, ради бога, за сиденье. Блин, хочу в пабах себе такой велосипед. Разработчики, добавьте в пабах такой велосипед. Было бы прикольно. Так, сейчас, одну секундочку. Во, все, поехали. Ой, тихо. Это что такое? Так, отец, Индика, выходи, смотри, что нам сегодня привезли. Ого, а можно? Отец. Ромара. Так, ты не слишком много выпал для таких поездок. Давай, если приедешь первое, один из них твой. А как управлять? W газ, R рулить, окей. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что за ужас тут творится? Может же не обязательно первым приезжать, или обязательно? Так, давай, Индюшка, давай. Ага, еще один круг. Тихо. Вот это галюны у подруги, вот это я понимаю. Так, и давай. Все, отлично. Эх, так не пойдет, давай третий круг. Да не хочу я третий круг, алё, отстань. Ля, ты падла, ля какой. Жулик. Все, надеюсь, ты разбился. А, так тебе и надо. Папа, живой, нормально. Тьфу, черт. Так, дочь, отгоняй мастерскую. Возьми ключ на 9 и на 13. Молоток. Ключ на 9 и на 13 молоток. Либо я неправильно прочитал, либо я что-то не понимаю. Ого, твой? В смысле, на что она там увидела? Надо будет ставить тут ставочку. Писюн. Так, мой. Ты вообще кто? Я Мирко. А велик твой ерунда. Ерунда? Да ты ведь впервые в жизни такой видишь. Да. Да он и 10 верст не сделает. 10.
Ага, не выдумывай, хлам, дай попробую. Нет, знаю, сколько он стоит. Да ты не бойся, я один кружок аккуратно. Все, угнали. До побачення, скажи своєму велосипеду. Блін, а можна к ігрі вернутися? Но мы должны веселиться и радоваться тому, что твой брат был мертв и ожил. Был потерян и нашелся. Если бы мы знали, что это такое. Ладно, очередная долгая прогрузка. Так, и еще чуть-чуть. О, отлично. Так, индюшка, давай, вставай. Хватит лежать на снегу. Good morning. С вами все в порядке? Простите, можно, пожалуйста, я посмотрю? Да что там смотреть? Укол мне сделали лучше. Господи, я боюсь. Это, если это не ампутировать, ты до вечера не доживешь. Вот. Ты говоришь прям как наш тюремный доктор, прям слово в слово. Только это было уже больше недели назад. И он ничего не сделал? У него из инструментов, кроме тазика ржавого, не нашлось ничего, к сожалению. Очень смешно. Да ладно, не переживай. Так оно это и должно быть. Только так и должно быть. Я ведь тоже с Богом говорю. С Богом. Надеюсь, мы сейчас не будем, как в фильме, 148 Здорово. Часов. Вставай, если не хочешь еще себе чего-нибудь отморозить. Или 127 часов, не помню. В каком фильме? Как он назывался? Кто мне напишет? Ух. Когда чуваку валуном руку придавило в пустыне, он потом ножичком ее себе ампутировал. Так, все, а поехали. Что значит говорил с Богом? Че? А, рук видела руку? Так уже неделю или больше? Сомневаюсь. А Бог тут при чем? Ну, давай объясню. Вот с той ночи все, каждое событие, все как по писаному. Я ведь, наверное, единственный, кто из того поезда ушел. Каждый, блядь, шаг по плану, по божественному замыслу, понимаешь? Взять меня в заложники, божественный план? Да и я понимаю, что ты думаешь, но вспомни... В Евангелии отдал отец все деньги блудному сыну. Нелюбимому тому, который хороший, а бандиту. Угу. И потом похитил монашку. Так и было написано, проверяй. Но вернулся. Главное, что вернулся, понимаешь? Знаешь, он мне как карты тогда все разложил. Кто? Бог, кто? Я лежал, умирать собирался. А мне сестра, вот как ты,
воды принесла. В кружке вот этой. Я пью тихонечко. Вдруг вижу по воде. Рябь идет. И как будто шепот. Я допил и... Ты в чашке Бога услышал? В чашке, да. Да не в том суть. Я тебе покажу, когда едем. Надеюсь, мы едем в починке, брат топ-1. Тут я мог сказать, тут могла быть ваша реклама, но... Ну, увы, ах. Так что смотрим просто на черный экран. Да. И еще чуть-чуть, и давай. Ось сюда, давай, вот так, во. Молодец, поехали. Блять, кто так знает? Как специально проезд перекрыли. Сука! Слева, дебил, обойди. Тормоз приржавел. Надо найти, чем гайку сорвать. Нихера не идет. Ну, а сюда пройти, не? Не вариант вообще. Ну ладно, ладно. Игра хочет, чтобы мы прошли маленький квест. Сарай! Может, там что-то есть? Может. Ладно, побежали, посмотрим. Так, бонжур. Эти штуки собирать не буду, они у меня, когда их собираю, они лагают, так что. Ля какая мадемуазель. Да ты шо? Хочу себе такую куклу. Все. Кто в курсе, где заказать, напиши в комментариях. Да? А? Ля как манит. Так, ладно, собрались. Все, руки на стол и собрались. Ну, отвори, не? Ладно, пошли в окно. Пошлите в окно. Так, ну если мы тут спрыгнем, то мы сможем. Или нам не нужно прыгать? Ага, лесенка. Хорошо. Погоди, давай тут посмотрим. Тоже закрыто. Ага, значит можно взять лесенку и залезть на крышу. Правильно я понимаю? Куда-то вот сюда. Так, полезли. Давай, индюшка. Во, как миссия невыполнимая. Скучала по этому запаху. По какому? Так, гаечный ключ подобрать. Видите, лагать начинает. Давай вот возьмем еще эту штуку. Ульк. Все, пошли обратно. Так, тут заколочено, значит нам в эту сторону. Ну, либо забирать лестницу и через забор перелазить вот сюда, да? Сейчас посмотрим. Так, дай сюда. Давай ставим сюда и полезли наверх. Давай, Дарт Вейдер, быстрей. Ну чё там? Да, нашла ключ! Все хорошо. Давай сюда. Сейчас, малых, я попрощаюсь. Все, зайка, до вечера. На, держи. И опять же, какого хера мы здесь не можем пройти? Ну? Ой, держи лесопед. Ебать! Ебать, бой хуй, держи лесопед. Это что такое?
просто собака, ты чего? Ненавижу. Давай быстрее. Ой, это явно не собака. Тихо, тихо, дружок. Мы тебя не обидим. С ума сошла, бежим. Ёб твою, блять, это оборотень. Беги, дура. Давай, давай, давай. Кудец. Полный, причем кудец. Нам еще здесь оборотней не хватало. Знаешь, если бы я хотел, я бы тебя голыми руками бы уебашил. Ты че, блядь? Рукой то есть. Зачем? В смысле, револьвер нахуя надо было выбрасывать, а? Не помешал бы сейчас. Тебе ебет, блядь. Ты че, бык? Ну не в том смысле, я бы бабу никогда. Сука. Мне вот что скажи. Ну, если ты такой богоизбранный, почему тебя Бог сразу, окончательно не излечил? Хороший вопрос. Сейчас. Вот ответ. На. На, на. Не на, возьмите. Ты гляди. Так, кудец. 20 марта в городе Спасове. Ага, единственное, ну, средство от бесплодия. Окей. Тот самый кудец. Тот самый, давай. Я ничего не понимаю. То есть у Бога силы хватило только, чтобы гниение приостановить. А для полного исцеления ему какой-то инструмент понадобился? Дело не в инструменте, а в том, что нельзя человека спасти помимо его воли. И в руке дело, короче, понимаешь? А в пути, на который нам было указано. А идти по нему или нет, только наше с тобой решение. Тут мне кажется, что ты пиздишь. А я тут при чем? Слышь, вилка и глаз или... Ладно. А мы не хотим отсюда выйти, не? Там как бы оборотень за дверью. А бесноватых куц уводят? Всех водят. А я что, бесноват, по-твоему? Да нет. Ладно, давай выбираться отсюда. Подсади-ка меня. Я тебя? Да. Ты меня. А то потом не вытащишь. Давай. Ну да. Зато ты потом со своей культяпкой вытащишь. Эй! Эй, Илья, ты живой? Так бы выглядел Танос, если бы вы снимали в нашей реальности. Илья! Живой, живой. Так, ладно. Ну что там? Конечно же, все это не было совпадением. Теперь и Индика это понимала. Она, разумеется, слышала про кудец и его чудеса. Но именно сейчас, в Спасове, а Илья, каждый ли день встречаешь каторжников, разговаривающих с Богом? А еще он немножко понравился Индике. Лям на туре. Так или иначе, не было. Он собрал перчатку бесконечности со всеми камнями и щелкнул. Теперь ее путь лежал в Спасов. Сука, вы в мстителях, отвечаю. Это реально. Я не могу. Это мстители 5. И вдруг там что-то очень важное. Вскрой, посмотри. Ну нет. Прочитать чужое письмо больше грех, чем не доставить. Больше? Во сколько раз? Что? Ну. В 2 раза. Я не знаю. Интересно. То есть не доставить 2 письма, это как прочитать 1. А скажем, украсть. Деньги. Рубль стянуть. Хуже. Хуже.
Во сколько раз? Бред. Да что ты доебался, я не знаю, отстань. Почему нельзя? Батюшка за разные согрешения разные. Тут должен быть где-то зимний солдат. И ты вот тоже однозначно знаешь, что хуже, что лучше, стало быть, есть мера. Положим, украсть в 10 раз хуже, чем письмо. А, скажем, человека убить, в 1000 писем оценим. И почтальон, потерявший мешок с письмами, выходит у нас убийца. Хотя за оптут скидка какая-нибудь полагается. Скажем, насильник. Насильник ведь лучше, чем убийца. Ну и куда нам? А мы прыгать не можем? Давай. Не? Ты не греха боишься. Ты самого письма боишься. Да, пожалуй, не стоит тебе его открывать. Не надо. В письме страницы книги Вишанти. Понятно? Нас доктор Стрэндж послал. Блять, пора завязывать с комиксами. Я так думаю. А эти возразить-то нечем. Матушка тебя как облупленную. Ведь все, как написала, вышло. Выперли, это же надо. Где ж такое видано? Все, заткнись. Так, надо понять, куда идти. Выперли. Ага, понял. Ой. Тебя из дома выперли. Погоди, погоди, погоди. Кажется, если ты... Вот сюда. Давай, 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 залазь. Да, папенька, очередной. Блин, мне надо на эту сторону, да? Насколько я понял. Так, побежали, побежали, побежали. Дай! Столько вариантов! Ну, вниз, я так понимаю. Да нечем. Так, ребятки, я что-то понять не могу, куда нам... Куда нам надо? Тихона понесла, не выперли, а тебя выперли. Да заткнись ты, боже! Куда нам надо? Может, наверх как-то то надо? У тебя бозечка, это коровка? Ку-ку. Ладно, давай наверх. Так, давай наверх, давай наверх. Столько вариантов. Во, все. Шикарно. А теперь бы. Во, понял. Сейчас коробку, да, разорвет. Во. И побежали. Все, отлично, ребят. Справились. Мы с вами молодцы. Так, не печалься о потерянных очках, они все равно не нужны. Да, я вообще не парюсь. В прошлой серии мы уже читали, что можно, в принципе, эти монетки не собирать. Ну давай, ну загружайся. Блин, могли бы сделать и не такую требовательную игрушку.
Так, хорошо. Бонжур. Где ты? Здорово. Где пошли. Собака? Хороший вопрос. Не слышно вроде. Какая собака? Слушай, это оборотень. Ладно. Я тебе помогу добраться до Спасова. Удивительным образом Индике передалась уверенность, а куда нам идти? Худец обязательно решит все ее проблемы, что очень скоро голос в ее голове замолчит, и она вернется в монастырь человеком, заслуживающим, если не всеобщей любви, то хотя бы прощения. Ей казалось, что все последние годы ее мучительной жизни вели ее именно к этому моменту. Так, нам вниз, да? Я так понимаю. Я поняла, что это за место. Это Денисовка, завод красок. Марфа рассказывала, иконописица наша. В этом амбаре, например, желтую краску делают. А где все? Авария! Я знаю, как можно сделать желтую краску на снегу. Эвакуировали. Американцы, наверное. Скорее всего. Или англичане. По-любому. Это ж они у вас в подъездах ссут, правильно? Ладно. Так, все. Пролагивай. Вроде пролагало, да? Блин, все забирает. Забываешь, что не нужно собирать те монетки, потому что начинает жестко лагать. Так, а давай-ка мы сейчас секунду. Оп, сделаем вот так и пошли дальше. Хорошо. Бонжур. Никто тут не спит. Вроде никого. Не, это нам не надо, я так думаю. Это по-любому там сейчас опять какие-то очки будут. Нам нужно найти отсюда выход. Только кудой. О, все, нашли, побежали. И куда дальше? Лестница! Как раз за мельницей должна быть станция. Бля, какая ты умная. Так, побежали. Ну, придурок, давай быстрее. Нужно подсадить. Блять, а мы не тонем? Ага, вот оно что это. То есть нужно подождать его, он подойдет. И мы такие, хопа. Со мной не сработает. Не та это, весовка. Не уцеплюсь. Погоди, сейчас что-нибудь придумаем. Правильно, давай его затопим нахуй. Так, а здесь нужно поднять, да? То, что надо. Или что? Или куда? Алло. Все, ты поднялся? Давай, придурок, опускай мне какую-то штуку. Вот оно что ли. Да ты шо? Так. Бонжур, ёптет. Пошли. Твою мать. Беги. Вот тупая тварь. А? Чего стоишь? Ой-ой-ой, уходим. Собаки могут не дышать под водой. Лет 7, наверное. Не знаю. Я бы пару часов выждала. Ага. Для уверенности. Правильно. Что за тупые лестница вопросы? Сломана. Через мельницу придется идти. Так. Надеюсь, нам не надо цепляться будет. Ой, что-то мне не нравится вот эти вот спуски вниз. Ну, насколько я понял, это, наверное, вот этот вот песик, котопес. Это первый будет босс, да? Такой мини-боссик, с которым нам придется сражаться.
Хотя да, зря мы револьвер выкинули. И опять же, тут могла быть твоя реклама, так что подумай над этим. Так, идем. Красиво как. У нас на зоне художник был. Он на стене говном родственников своих рисовал. Как живы? Как? Ну какой-то он такой. Дочь не успел дорисовать. Одним глазом так и осталось. Порезали его. Господи, из-за запаха дурного? Да не, он на стене, снаружи. Минус 30 на термометре. Оно запахнуть не очень успевает. Порезали, потому что, ну не по понятиям оно. И куда дальше? Лифт. Вот и привод. Смотри, какая красота. Так, но по идее сюда. Блокируя одно из колес, можно менять направление движения вала. Так, подобрать. Понятно. Ты чего там копаешься? Да, ребят, сейчас будет подлагивать немножко, но ничего не могу с этим поделать. Да он не работает ни хера. Да заткнись ты нахуй. Тут сейчас ничего не работает. Надо понять, как оно все приводилось в движение. Ага. Это шпонка, предохранитель. Она должна ломаться в случае перегрузки, чтобы защитить от поломки более важной части механизма. Понятно. Так, а ну, вставляй. Поехал. Все, мы справились. Пускайся. Хера не понимаю. Во, все, выходи. Так, погоди. Давай вниз. Ну тут труба мешает, мы явно да сюда не залезем. А если мы подставим эту штуку? Навряд ли, конечно, но мало ли. Слышь, Илюш, а ты культяпку свою не хочешь? Дай мне подать, не? Понял, ладно. Наверх! Давай наверх едь. Но единственный выход только сюда. Наверное. Что нужно делать? Мне нужно эти штуки поднимать, не? Выйти, не. Так, все, разлагай, пожалуйста. Пожалуйста, разлагай, все. Но мне нужно Илюшу туда-сюда двигать. Погоди. Неужели я гений, плейбой, филантроп? Не? Может, сюда? Давай посмотрим. А ты шо, да? Поехали. Вниз. Спускаюсь. Ну вообще. Так. Давай, Илюша, поднимайся. Так, и теперь по-любому нам сюда. Вон наш выход. Ты это, по доске предлагаешь идти? Боишься высоты? Не. Я говорил, надо было в объезд. Ты в цирке был? Был. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется, запомни. Беги! Блять, куда? Давай. Надеюсь, мы правильно бежим с вами. Ой, ёб твою. Ожидаемо. Понял. Нам явно не туда. Угу.
Ну ладно. Бегу, 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 не поверишь. Может, нам по трубам надо? Нет, явно нет, да? Хорошо, вниз. Держись, 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 держись. Наверх. Да он листала библиотека. Мерзкий волосатый ублюдок. Да, правильно, деревянная дверь его сдержит. О, ёб твою, блять. Беги, 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 беги. Отстань, шкура. Шкура, отстань. Отстань, шкура, пожалуйста. Ну твою ж. Логичный конец. Да нихера не логичный. Ладно. Блять, нет, я затупил. Отпусти, 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 отпусти. Беги, беги. Беги, 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 пожалуйста, беги. А куда мне идти? Алло. Что ж, ожидаемо. Туда до бочек бежать? Ну мне вниз надо. Ладно, давай попробуем до бочек пробежать. Давай попробуем до бочек пробежать. Навряд ли, конечно, но... Хер его знает. Твою мать. Падла. Так, а тут куда? А можно чуточку быстрее, пожалуйста? Давай, давай. Фу, мы справились. Мы ее убили. Она заслужила. Какой зайка. Плохая собака. Грешна. Не бывает грешных собак. Грешны бывают только люди. Только человека бес искушает, а собака... Люди ушли, перестали ее кормить. Для нее это вопрос выживания. Интересно. А в чем разница между человеком и собакой? А можно ракурс поменять немножко? Все то, в чем ты винишь беса, с собакой случается ничуть не реже, чем с человеком. Она злится, когда у нее отбирает еду, готова разорвать того, кто посягнул на ее собственность. Собака унывает, когда любимого человека нет рядом. Завидует, вожделеет. Даже до мужеложества доходит. Помнишь, как Жоржик... Это другое. Им все это нужно, чтобы выжить. И завоевать наиболее перспективную пару, завести потомство. А человеку? Для собаки у тебя находится простое объяснение. Что же у человека никогда не обходится без участия божественных или бесовских сил? Могли бы я вообще изнутри показать. Вот и станция. А у собаки есть душа? Он как собаки своих людей-то любит. Разве так бывает без души, а? Блять, не неси хуйню, пошли. Душой? Я не понимаю, как собаки любить без тела. Как может она любить то, что нельзя увидеть, услышать, обнюхать? Как сможет она помнить того, кого любит, потеряв... мозги с воспоминаниями. В мире, где нет костей, холода, размножения, красивых женщин, богатых мужчин, да вообще тела, страсти, добродетели, любовь. Так, а куда нам надо? Все это разве существует
без тела. У собаки? У какой? Но я вижу, что туда нужно. А как здесь его поднять? Ну да, и тут ты не пролезешь, да? Вот нельзя убрать эту досточку, чтобы пролезть. Хорошо. О! Да ты шо, красавчик. Хоть кто-то у нас полезный в команде. Ну какой мудак это тут поставил? Может, краном сдвинуть? Слышь, а ты не хочешь эту досточку убрать, не? Неужели? Разработчики, спасибо, что мне нужно было искать какой-то кабушек, чтобы дойти палочку, чтобы дойти досточку, чтобы по диспали пройти. Это единственная игра, в которой все так просто. Так, давай. Давай, делаем тату. А как груз соединить? Надо разобраться. Зачем разбираться? Он же и так едет. Вон на той стороне платформа. Да куда? Я бы тебе сказал бы куда. Но боюсь, нас детки смотрят. Ладно. Да куда? Падла. Значит, вроде все правильно делаю, да? Нам же нужно подвинуть эту херь, которая внизу. Или что нам нужно? Сейчас, ребят, дайте разобраться немножко. Ну ты что делаешь? Да заткнись ты, я пытаюсь. Давай, едь, не хочешь? Да ёб... Так, давай сюда, проходит? Проходит. А когда следующий поезд? А если завтра только? Наверное, на станции расписание. Ага, всё, понял. Быть. А толку? Не похоже, что он здесь вообще останавливаться собирается. И что делать? Муравью хуй приделать. Про Тома Сойера? Да. И чего? Угу. Мне нравится. Ребят, мы застряли. Мне тоже. Держу в курсе, мы застряли. Мы, в принципе, правильно с вами шли. О, мы застряли, да. А нельзя эту хрень никак поломать? Ты что делаешь? Да пытаюсь разобраться. Непонятно. А может сюда? Ля. Да ёб. Да тихо ты. Нормально, нормально. Все, это мы опускаем вот так на коробочки. Давай сюда. Ну ты что делаешь? Все, пришвартоваться. Скажи спасибо, что я нас отсюда вывел. Наш? Наш. Прыгай. Ты чего? Прыгай. А! Странные у тебя все идеи для монашки. Это не мои идеи. Ну, в смысле, я не выбирала монастырскую жизнь. А, тебя... против желания, что ли, отправили?
желанием. С желанием. Хотя, конечно, когда тебе 15, монастырь не то место, о котором мечтаешь. Но другого пути быть не могло. Бывают обстоятельства, когда у тебя выбор. Либо в монастырь, либо... Да какие обстоятельства в 15 лет? Ты сейчас Божий ангел, хоть и черная вся. Ну, в плане одежды у тебя... Может быть, более падшего существа ни в каком ты не встречал. Другом... Падшее? Это как? По желтому билетику, что ли? Что? Да я... Я только одного знала. А. Ты и замужем не была? Не была. Да что я тут перед тобой? Выспись хорошенько, завтра важный день. Завтра... Так, Илья придет делать официальное предложение. Хорошо. Посмотри, какая звездная ночь. Но одной звезды не хватает. Жду тебя на крыше. Ой. Донде стала библиотека? Прикольно. А мы, наверное, не допрыгнем, да, туда? А, не, допрыгнем. Ну и что дальше? И чего дальше? Во, все, разобрался. Ага. Давай, 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 давай. Сука. А можно не так резко? И шо? Хорошо, ладно, давай еще раз. Да ты заебешь. Прикольненько. Все, ну а дальше куда мне? Ну явно не наверх, да? Ага, по-моему, вон туда. По-моему, нужно на эту штуку. Только я не допрыгиваю. Ну нахера это делать было? Нахера было делать этот уровень? Ну да. Нам явно на это окно, которое сверху, да? Или нет? Или куда нам, блять? Ой, все, отстань. Может, на крышу? Нет, явно не на крышу. Но нам по-любому на вот эту вот штуку, которая двигается, только... Я не допрыгиваю, видите? Ладно. Я не допрыгиваю. Да не уже. Ой, ёп. Ой, здесь киты мы. О, нормально. Наконец-то. Неужели мы это с вами сделали? Угу.
Погоди. Да еб твою. Нам нужно явно на ту штуку. Али не на ту. Ух. Ну, падла, если там мне будет что-то интересное, я тебя мэкну. Опять эти окна. Ага. Понял. Спасибо. Я бы, наверное, загорел бы, если нужно было проходить это заново. Вот он, наш принц. Ты? А где Савва? Не знаю никакого Савву. Я должна была догадаться, одной звезды не хватает. Какая пошлость. Где мой велосипед? Вот это интрига. Слушай, там такая история, ты не поверишь. Вор, мерзавец. Та ты что, сначала он на флейте сыграет, а потом она ему сыграет на флейте его. Вот это я понимаю, нормально. Ого. Что это за мелодия? Из бумера, блять. Это я сочинил. Опять врешь? Не вру. В тот вечер, когда впервые увидел тебя. А теперь сыграй мне на моей флейте.